Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Быстов, владелец сайта поискбыстро.ру. Сегодня я поделюсь своим опытом выбора сервиса для бронирования автомобиля для отдыха за границей. В июне этого года я уже воспользовался им. Автомобиль был предоставлен, вы видите на фотографии. И сейчас я опять пришел к выводу, что выбор компании был оптимальным, и я опять воспользовался услугами этой компании. Итак, вы сами можете проделать это. Набираете в Яндексе «аренда авто в Европе» и потом проходите по ссылкам, которые появляются. Первая компания Car Scanner. На всех сервисах надо вводить город, где вы будете получать автомобиль, даты получения и время, и дата и время возврата. Затем компания предлагает вам варианты, и вы просматриваете стоимость. В итоге, после просмотра различных компаний, я убедился, что оптимальная стоимость на примере самого дешевого автомобиля Fiat Panda на тот срок, который я указывал, была около 9000 рублей. Но почему я выбрал компанию Rental Car? Сейчас вы поймете. Потому что Rental Car обеспечивают за небольшую дополнительную плату возврат франшизы. Что такое возврат франшизы? При заказе автомобиля вы доплачиваете небольшую сумму в день, порядка $10. Но если случится авария любой сложности и с вас будут взысканы деньги за ущерб, компания Rental Cars обязуется возвратить вам эти деньги в полном объеме. Кроме этого, что мне понравилось в этой компании, у них выбор автомобилей более широкий, чем у других компаний. И на предстоящую поездку я вот выбрал автомобиль BMW первой серии. Не факт, что при получении будет выделен именно он, но если его не будет в наличии, мне предоставят автомобиль аналогичного или лучшего класса за ту же стоимость. Итак, сейчас вы видите условия возврата защиты франшизы. Я думаю, это оптимальный вариант. Если вам понравился ролик, оставляйте свои комментарии, нажимайте на кнопочку «Нравится», делитесь своими друзьями. А я вас приглашаю на свой сайт поискбыстро.ру, на котором очень много информации о быстром поиске в интернете. Там же можно подписаться на рассылку «Секреты быстрого поиска за 5 минут». Большое спасибо за внимание. До новых встреч!